А это мое вам экстремальное видео. Да надоели, они вот так вот все торчат. Это ужас какой-то. Вот, так что я опять буду солдат Джейн. Ой, люблю это дело. На лысо себя вот так вот. Вот, так что вот так вот, девочки. Смешная, да? На клоуна похоже. Ну, а что, вчера расстраивалась, расстраивалась. Думаю, надо как-то себя обновить. Ну, вот решила обновиться. Подстрижка овцы. Ну и все. Гладенькое, как яичко. Ой, прелесть какая. Все, я пошла мыться. Ну все, теперь я совсем новая, помытая, постриженная. Можно начинать новый день. А что поесть-то? А что, творог с йогуртом? Что еще есть? А хочется жареной свининки. Мои дорогие, Юля мне прислала видео. Это город Клин Московской области. Посмотрите, какой у них парк. Молодец, Юля, молодец. Она такая рукодельница. Молодая женщина, замечательная. Спасибо, Юленька. Сейчас мы с вами прогуляемся по Сестрорецкому парку. Здесь у нас протекает река Сестра. Сейчас мы заходим в сам парк и прогуляемся по набережной Сестры реки. Вот такая красивая у нас природа. Здесь у нас кафе шашлычное. И лодочная станция. Лодочная станция. Тут почему-то лодки убрали. Детская площадка. Каток. Зимой каток, а летом это футбольная площадка, баскетбольная площадка и так далее. Вот с тех мостов
мы поднялись сюда. Продолжим гулять. Сейчас мы подходим к парку Вальс цветов. Посмотрим, какую тут красоту навели. Необычные клумбы. Смотри, какой интересный. Мусорка интересная. Инспекция ФНС России по городу Клин, Московской области. Привет из других планет. Инопланетянин. Можно отправиться в космос, представить себя космонавтом. Не хочешь? Давай, беги. Юный космонавт. Пошли дальше показывать. Ой, какие шары красивые. Макет Луны есть. Ага. Интересно. Космическая тематика в этом году. Спасибо Юле и ее дочке, которая озвучивала видео. Так, а теперь у нас Ираида. Ираида прислала фотографии своих работ и видео своего участка. Очень красиво, мне очень понравилось. Это город Северск, Томской области. До этого были фотографии нескольких рабочих моментов, которые я... Там двух гусениц, петушка, ведерко. Люба меня заразила, и теперь я это люблю делать. А вот это хочу на закуску снять. Вот это все прикрыто, это черника. Эта черника растет на нашем садовом участке. У нас половина садового участка в лесу, а часть газон. Грядки. Такие зоны отдыха небольшие. А так я украшаю компостную яму, чтобы ее не было видно. И на закуску хочу вам показать. А вот что. Та-дам! Столько-столько много ягоды. Солнышко светит, может, и не видно. Но ее море. Обычно я собираю по 10-12 литров с нашего участка. Вот такая красота. Еще брусника будет. Всем пока-пока.
Леночка Шинкаренко из Риги прислала кошку замечательную. Маша, Маш, скажи привет. Ну скажи привет, Маша. Маша у нас на посту. Наблюдаем за всеми, кто пролетает, проходит, пробегает. Мы еще и мурчим. Машенька, ты мурчишь? Мур, говоришь? Мур, мур. Повтори. Маша. Кс-кс-кс. Ах, какая кошка. Матрешка-кошка. Прямо в экран смотрит. Молодец. Молодец. Красавица. Народная. Шерстью ты вся благородная такая. Красавица. Да, скажи, я на посту. Я на посту. И попробуйте мне что-нибудь скажите только. Я знаю, что я делаю. Да. Я очень внимательная кошка. Кс-кс-кс. Прощальный взгляд. Кс-кс-кс-кс. Молодец. А это, я так смеялась. Она меня этим видео просто с ног сбила. Французской шубой. Ой, не могу. Предлагается к ношению шуба. Руки поднимаем. Вот, покрутись, мам. Французская. Шикарная. Мы из нее выросли. Мы ее носить не можем. В отличном состоянии. Бесплатно. На подкладке. Воротник, пуговица, рукава. Можно опустить. Можно... Опусти рукав, мам. Один рукав опусти. Вот, покажи. Ага, во. Вот. То есть, если руки длинные, то можно вот так. Шикарная французская шуба. Советского периода. Сносу ей нету. Все замечательно. Ну, по-моему, хорошо. Вам еще покрутись, руки в стороны поставь, чтобы было видно, какая спинка. Все. Воротник шикарный. Все хорошо. Вот. Сколько там? Две пуговицы получается, да? Да, на двух пуговицах. В пол шикарная. Не знаю, сама вносила, но не лезу. Всех люблю. Берем. Какое чувство юмора у Лены. Надо же так маму снять в шубе. Ой. Наверное, дорого только посылка будет стоить из Риги в Россию. А шуба-то замечательная. Можно перешить что-нибудь из нее. Вот. Ну и напоследок, мои дорогие, еще одна кошечка вам. Присылайте видео. Присылайте. Давайте вместе радоваться. И спасибо всем огромное за внимание. Ёшка, йога. Смотри туда, не прыгай. Давай, слезай. Давай.